Сегодня был 5-й день нашего лагеря, наш последний день. И, пожалуй, это был самый классный день за весь лагерь, потому что первая часть была очень интересная для меня. Она была посвящена гендерному вопросу. Для меня этот вопрос не был достаточно освещен и тоже в какой-то мере оброс стереотипами. Сегодня я их всех развенчала, провела для себя четкие разграничения между различными понятиями, что такое пол, что такое гендер. И этот день был действительно очень-очень важен для меня и по-настоящему очень информативен. Вторая половина дня порадовалась вообще замечательным походом. Только эмоции, вот этот маленький мостик, этот такой экстрим был.